Итак, всем трем. И доброго времени суток, это канал... Дмитрий. И ленивый я. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях, на канал подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствуй. Тебе не сложно, а мне приятно, а мне поддержка. Помогите! Поддержка, а мне мотивация. Ну, в общем, в этой так все прекрасно, знаете. Что происходит? Кто? Моя семья привыкла отмечать праздник в школе семи сокровищ. Так. Я понял одну вещь. Мне надо... Да, я в курсе, подожди. Сейчас все будет. Да, купить. Да, продажи ничего нет. Какой кошмар. Так, оружие. Где тут у нас гранатомет? РПГ. Так, это закрыто. Ну что ж, РПГ так РПГ. Ай, сколько стоит? 120 тысяч. Мальчином-миллионером, да. Ну, давай вот сюда, что... Слушайте, может, вместо пистолета, а? Блин, ну... Угу. Да, вот так сделаем. Да. И тут они. Да, давай, чё там у тебя? Солдат армии короля казнили диджея маленькой радиостанции отца местного жителя за распространение антипейнгенской пропаганды. Убить их командира из пистолета-пулемета и сфотографировать его тело, чтобы сказать, что дело сделано. Именно из пистолета и пулемета. Армия короля. Угу. Отец был оператором радиовышки. Он пустил в эфир лозунги, ага. Что-то против мина. И вот... Где эти люди? Все еще на станции. Я могу показать. А после того, как его убили, ему отрезали язык. Они заплатят. Зачем отрезать язык после того, как ты его убил? Так, пистолет-пулемет. Почему обязательно пистолет-пулемет? Простите, а кто из вас пистолет? А кто из вас пистолет-пулемет? Пистолет ПП. Вон, пойдемте. Может, мне там его дадут? Кого-то там потрошить собралась. Так, это еще что за хрень? Молитвенный барабан. А где? А, вон кто это. Блин, медоед. Ну ладно. Вон машина. К молитвенному барабану мы потом еще сходим. Мы здесь все обойдем, не волнуйтесь. Что там было написано, не успел прочитать. Ну, ручка пошла. Ну ладно, давай, жги. Помню, когда слышал хоть что-то хорошее о северной части Керата. Я тоже, блин. Ну да, пошел я нахрен, как говорится. Давайте уж зайдем. Че? За собственный кошелек ты сражался, скотин. За родину. Ври больше. Так. Чё тут у нас? Вкусняшки. Ну, так вот теперь мы относимся к животным, блин. Да. Это серьезная тварь. Да ладно. Так, эту гадость убрать. Хоть бы чё... Ей-богу, хоть бы что нормальное печатать. Нет, я не против пропаганды, ребят. Ну, можно хотя бы, чтобы она посимпатичнее выглядела. Ну что, неужели так сложно сделать нормальный, красивый плакат, а?
Нет, все на одно лицо. Ну ядрить твое в корень. Ну что, сло. Серьезно, потратить кучу денег на пропаганду и сделать ее все абсолютно идентичной. Ну ядрить вашу в корень. Ну вы что, издеваетесь, что ли? Какого уважения к красоте, ядрить к чешке. Так, вон там тоже ящик. Да, да чтоб вас перекосил с вашими ящиками. Что, где? Давайте возьмем. Кто? Пластиковый тигр? Ну ладно, пусть будет пластиковый тигр. Это радио свободной кераты. Ну давай, жди. Собал говорит, не забывай свои корни, только так мы спасем керат. Ну, в чем ты прав? В чем ты... Говорят, религия – опиум для народа. Если Собал против наркотиков, пусть найдет замену. Ну, представьте, вы пришли на вечеринку, а вам говорят, ни наркотики, ни алкоголь. Подожди. Так. То есть прям обязательно из вот этого надо убить. Ну ладно, давайте. Ну что ж. Убейте командира из пистолета-пулемета, да? Ну что ж. Ага, вот и командир. Еще есть кто-то? Зачем? Что за... Это не дур. Как там? Это не дур, это лошадь. Да мы поняли, чувак. Уничтожить все, чтобы все поняли. Там будет с каждым, кто порочит имя короля. Какого хрена? Тебе не жить. Упс. Вот так. А, сфотографировать. И за это. Все. Да вы. А вы боялись. А ты боялась. Только юбочка помялась. Так. Ну, прошу быть осторожен, последнюю передачу слышала вся Тиртха. Люди начинают пришептываться, это не к добру. Да, Рабира и Рана всегда опережают армию короля на шаг, но не факт, что у тебя получится то же самое. Пожалуйста, завязывайся не передачами, рано или поздно Деплер об этом узнает. Уджам. Ну да. В целом, конечно, да. Нет, чувак прав, как бы. Пиратия, никто кроме тебя не защитит твою честь. Очень благородно помогать тем, кто не может за себя постоять. Хорошо. Это сейчас вообще что было? Это вдруг вообще к чему? Что называется? Так, нет, ну опять этот орел, а, блин, достал. Где? Главное, не видно. Так, ты надоел.
окна у нас. Достали шавки, а? Не, ну я все понимаю, но вот эта вот атака, блин, вообще непонятно. Чего они кидаются, а? Сколько можно? Каждый раз одно и то же, блин. Кидаются, 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 кидаются. Ладно, хоть какой-то толк от этих нападений был. Так ведь реально занимаются тем, что тупо сливают тебе бронежилет, блин. И, в общем-то, все. Так, гласитки. Так, что-то еще есть? Да вроде бы все. Ладно, справились. Так, верните мне мой пистолет вместо этого дурнющего ПП. Не, что-то... Вообще фигня какая-то. А где машина? О! Сколько же можно? Так, чувак, давай-ка мы с тобой поторгуемся. Так сказать, всем, чем есть. Так, ну это как обычно. Спасибо. Надеюсь, мы еще встретимся. Это безумие. Я сваливаю. Да. Надоели, блин. Севки чертовы. И орел тут же, блин. Я сейчас шучу, тигр вылезет откуда-то из кустов. Черт знает что. Какой-то... Здорово, ребят. Как дела? Попал. А где моя машина? Я же сюда приехал, блин. Давайте цапнем. Снять шкуру перед черного орла. Ладно, возьмем красную, черт с ним. Перезарядимся перед тем, как идти дальше. И двинем, двинем, двинем. Кстати, да, продолжаю извиняться за свое сопение. Еще пока не могу с ним сделать. Игра нужна. Техника получше, микрофон получше, но пока что, как говорится, ресурсы не позволяют купить то, что хочется. Так что, как говорится, за неимением... Опа! Горничный, страдает дворник. Так, а мы где вообще? Я что-то забыл. Мы откуда сюда приехали? Ага, киностудия Кират. А что так много пооткрывалось все? Ух ты. Як. А вот и як, кстати. Бенгальский тигр нам не нужен. Здесь парочка. Ого, какая там парочка. Ящики какие-то вдруг начали появляться ни с того ни с сего. Черт. Так, медоеды лесом. Не, ну клады... Нет, надо болт на них класть, то есть... А, вот да, правильно, нам сюда. Слушайте, так давайте эту возьмем. Бали-бали-бали, да. Тише-тише, блядь. Да куда ж ты? Да дебил, ты уже сам кинулся под ноги. Я ж влево, блин, дал, чтобы его не сбить, этого дурака. Блин, а... Еще... С вами Рами Рейрана. Убьешь, убьешь. Козлин. Так, это у меня на четверке. Тише, тише. Стингер? Да ладно, пожар, пожар, что такое-то? Что ты так переживаешь-то? Пожаров, что ли, никогда не видел? Да ладно, все первый раз, что ли? Стингер! Стингер, это интересно, ребят. Нет, нет, нет! Пожар! Уходи! Пожар!
хочу уходить. Все нормально. Так, Стин. Ну, разгорается и разгорается. Че, первый раз, что ли, доели? Ну, хоть тарать. Так. Ладно, с этими разобрались. Правда, тайник золотого пути какой-то. Клад. Не, ну ладно, на клады уже я сейчас буду внимание особо не обращать. Ну, потому что на самом деле надоело. То есть, будут попадаться по дороге, окей. Не будут. Лес. Ну, просто за каждым ездить, ну. Ну, живой. Стоп-то. А, ну хотя ладно, сейчас до этого доеду, до точки. Там посмотрю. Помощь нужна? Ну что, не нужна? Ну ладно. Думал очков карму подзаработать. Оказывается, не надо ничего. Ну ладно. Что ж поделать, сэляви. Что там у нас? Да ладно. Ага. Красота. Эй, я. Как это? Долго горел. Это что-то я его когда поджег. Вообще удобно, да? Двух самых мразей сразу слил. Минус орел и минус придурок. Стингер. Посмотри, что это за стингер. Вот так. А, вот и зачем он пикает, пиликает. Пикает, пиликает. Так, ладно. Дальше что? Песели бегают. Не, лесом песели. Лесом песели, песели раздражают. Кстати, немножко странно, что так легко горит. Все-таки трава зеленая. Опа. Опять приехал, блин. Так. Скоты, блин. Как вы надоели, а? Ой, да ладно. Ты что там кончил, что ли? Что за звуки, блин? О, еще один. Что так от души окончался? Так, ладно. Хорош, пошли шут. Перелет. Хорош, пошлить. Пошли закупаться. Эй, ты тут еще? Спасибо тебе. Теперь я хоть тело отца смогу забрать. Похоронить как должно. Рад был помочь. Давай, давай. А, это... Это Стингер? Чао. Так, броник. Как обычно, в нулях. Так, новое оружие. А где он? Где этот Стингер? Здесь уникальным, что ли? А, вот Стингер. А что с ним не так? Стингер. А, то есть это тот же ПП, что ли, получается? Только с целой кучей дополняшек, да? Секундочку, а мой пистолет... Так, точность, урон, дальность примерно прикинули. О, ну мы его лучше. Может, дальность не так, а не точность урон. Не, ладно, блин, что-то я думал, Стингер, что-то такое. А потом надо убираться отсюда. Это точно. От этого кошмара. Да, валить надо на скорость. Так, в прошлый раз вот я это хотел выполнить. Было такое? Было. Поехали. Помчались. Так, немного изменений. Больше разных машин и еще больше фанатов. Но окей. Все детали. Помни о главной цели. Че, не втусил, покажи, что ли? На что способен. Нас тут атакуют вообще? Слушайте, ребят, нет. Я, конечно, все понимаю, но я немножко занят. Почему мне... Очень забавно так сделали. То есть атака во время испытания. Ну, так сказать.
Пусть бы хотя бы тогда, ну как, не во время испытания, а вот непосредственно во время гонки они бы исчезали, что ли. А тут бред какой-то получается. Я уж поехал, а мне этот РПГшка в рожу прилетит. Пока, приятель. Ох, красиво. Опасно, но красиво. Ох, не сусь просто, люто не сусь. А где следующая машина? Чего? Пошел вон, блин, урод. Ну? Алло? Че он едет? А че за приколы? Че они поперек дороги везде стоят? Это шутка такая, что ли, или че? Блин, их реально везде тут. Хоть жопой жуй, блин. Но стоит реально поперек дороги. Это. То есть это что, это забаговалось так, или это так и должно быть? И че эта хрень сразу не ехал? Вообще этого не понял, мимо. Все, нажимал. Что ты мне поперек дороги прешь, блин, а? Ой, как плохо. Давай, газуй, милая, газуй. Главное доехать, плевать. Давай. Все, сойдет. Ладно, пофигу. Нет, сижу, не хочу, ну бред какой-то. Мало того, что поехал, блин, по какой-то нагруженной территории, в которую опять слили весь бронежилет. Он тут броник покупал. Вот уж, да, уважаемый юнот, вот где точно броню покупать не надо, так это в Акае, блин. Он здесь вообще не живет. Ой, блин, так, что тут у нас еще? Ну да, так, это что такое? Клад, откройте ей. Какой клад? Это ж машина нарисована. Так. Молитвенный барабан. Пошли туда. Помолимся в барабан. Я, кстати, надо будет посмотреть как-нибудь, как эти барабаны вообще функционируют. Ну, в смысле, историю и все остальное. Интересно стало. Я их видел в кино. Но так вот вживую ни разу не довелось. Это реально интересно. Так. Ага. Ага, понял. Полезли. Молитвенно по барабаним. Опа. Там еще и клад, да? Здоровки. А, тут еще и это. И это, маска что ли? Или что? Подожди, похоже маска. Да, смотри-ка ты. Прекрасно, кровь их на вкус, как железо в миг, когда плещет она из ран. Козел. Ну ладно, козел так козел. Каких только кличек у людей не бывает, в конце-то концов. Так, у нас есть какой-то секрет вон там наверху. Еще понять, как к этому секрету, блин, подобраться. Вот тут, кроме спуска, тут ничего больше особо не наблюдается, да? То есть отсюда только спуститься, что ли, может? Да ладно, гоните. Так, залезть нельзя. Так, я даже не знаю, давайте как-то обойдем, может. Вот здесь вроде какие-то зацепы нарисованы. Тише. Ох ты ж. Блин. Тупанул. Ну, вот эти съезды, конечно, тоже довольно забавная штука. Ну да, вот прям рукой там, ну никак не зацепиться, блин. Не смешите мои тапочки. Ну ладно, фигня, война упала. Чушь бывает. Дерьмо случается. Так. Где я сейчас восстановлюсь, вот вопрос.
где меня сейчас поставят на ноги. Главное, чтобы хотя бы в этом лагере. А туда вот как попасть? Вертолет нужен. Чайкар, может, по сумке рад, участвуете в событиях. Шерпа путешествует по стране, все готов продать или купить что-нибудь. Шерпа. А! Опять стрельба, вы достали уже, а ну сколько можно, отвяжитесь все. Так, минутку. Вот у нас там вопрос, да? Может реально вертолет где-нибудь цапнуть? А где он у нас? Кто-нибудь помнит? Я не помню. Так. Какая-то контрольная точка. Тут вот у нас молитвенный барабанчик. Так. СД. Может вот этот цапнуть? Очень сложно. Очень сложно. Ага. Вообще мне вот это очень интересно цапнуть. Эх, вспомнить бы, где вертолет стоял. А может сюда съездить? Что это за место вообще такое? Могила воды. Дайте-ка вот сюда сгоняем. Потому что интересно, что это за город. Я на него уже довольно давно смотрю. Блин, ну что это за вопрос? Мне тоже интересно. Черт. Ай, ладно, сами пусть разбираются. Тут хрен поймешь, они, может, там с собаками воюют опять. Так, ну эти вроде не опасные. Угу. Так. Любопытно. Вот отсюда я где-то и навернулся, да? Ну вот это вот сейчас было, конечно, очень забавно. И страшно, что пипец. Фига себе, лук прям. Не, ну давайте, конечно, попробуем. Согласен. Жутенько. Куда отлезу? Куда-то лезу, блин. Хм, куда я лезу, хрен знает. Ух ты. Ой, волки. И, нафига я сюда, простите, прусь? Мне бы наверх. Ну ладно, пойдемте, это реально интересно. Я куда-то иду. Ауч. Это волки. Это спуск. Нам, блин, наверх. Угу. А вот наконец-то и подъем. Нет, я туда залезу. Мне уже интересно. Я хочу узнать, что там. Там явно что-то любопытное. Уж слишком они заморочили этот подъем. Пещера. Большая. Птички. Одну прибил. Зачем? Просто так. По-моему-то... Ты черт его знает, насколько это говно опасное, блин. С этими орлами вечно хрен поймешь, блин.
вроде опасная, вроде не очень. Так, я могу наверх залезть? Мне как бы вообще туда надо. И вроде как я лезу. Слушай, вроде как получилось. А вот, собственно, и таинственная хренота. Пик ЛКБ. Так. Ну, пик ЛКБ, это, конечно, прикольно. Кружит, сволочь. Ждут, когда я навернусь. О, будильник звенит, да? Угу. Значит, времечко подошло. Так, а, ну да, о спуске, значит, мы позаботились, а о подъеме хрен-то там, да? Вот я говорю, проблема, видите, я потом обратно мне придется ползти. Там это пещера, там наверняка что-то интересное. Привал Кира. Какой привал Кира? Где? Что за привал Кира? Какой Кира, блин? Где тут? Тут же нет, ни хрена, чего мне гоните? Так. Понятно. Кажется, нас немножко обманули. Это, а нафига я сюда перся-то? Простой вопрос. Кроме шуток. Чтобы найти что? Вот эту пустую территорию? Смешно, блин. Отожгли. Я прям даже это... Не знаю, как вас... Как говорится, то ли нахер послать, то ли еще чего. Так, этот барабанщик не крутили. Ладно, тогда сейчас попремся вон туды. Пролетим как-нибудь. То есть я же как-то вот... Да, я вон тут как-то прошел. Довольно интересно, кстати. Здесь еще клад. Ну ладно, давайте небольшой перекурчик и потом продолжим.